Акционеры крупнейшего российского производителя золота и серебра «Полиметалл» одобрили процесс редомиляции в Казахстан. Об этом сообщает Reuters. Ранее говорилось, что компания с основным листингом на лондонской фондовой бирже обсуждала перенос юрисдикции из-за санкций против Москвы. «Полиметалл» входит в топ-10 крупнейших по производству золота и в топ-5 по производству серебра в мире. Компания владеет активами, в том числе и в Казахстане. Ей принадлежат несколько месторождений в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Теперь перенос юрисдикции должен облегчить последующий раздел деление «Полиметалла» с выделением российского и казахстанского бизнеса. И в то же время может повлечь за собой делистинг в Лондоне. Добавим также, что компания листингуется на Астанинской бирже.